Компенсировать часть расходов на покупку путевки в санаторий или санаторно-оздоровительные лагеря можно для детей от 4 до 15 лет включительно. Основное условие для получения компенсации – продолжительность смены. Она должна составлять от 21 до 24 календарных дней. Также у ребенка должны быть медицинские показания для санаторного лечения. В 2023 году размер компенсации составляет от 12 889 рублей до 14 731 рубля. И зависит от количества дней пребывания ребенка в лагере. Категории получателей законодательно не установлены, и определяется очередность только по дате получения заявления на выделение компенсации. До приобретения путевки необходимо обратиться в Департамент по делам молодежи и спорта, чтобы специалисты могли узнать, подходит ли выбранная организация под компенсацию и состоит ли она в официальном реестре. После этого родители могут подать заявление, чтобы занять место в очереди получателей. Пакет документов совершенно небольшой. Это справка из школы, согласие на обработку персональных данных, паспорт заявителя, копия паспорта ребенка. Далее по прибытии ребенка из лагеря доносятся отчетные документы, что фактически ребенок находился на отдыхе в санатории, и родитель получает деньги на карточку. После того, как ребенок вернется из лагеря, в Департамент по делам молодежи и спорта нужно предоставить квитанцию об оплате путевки и обратный отрывной талон к путевке. Обратите внимание, что возмещение предусмотрено только в том случае, если вы покупаете путевку за полную стоимость. Также компенсация части расходов на путевку возможна и для лагерей с образовательным и учебно-тренировочным профилем. За последние годы в нашем городе сложился интересный опыт, когда в период летних каникул тренеры либо педагоги музыкальных школ, творческих объединений организуют отдых детей в санаторно-оздоровительных лагерях за пределами нашей области. Таким образом, в это время дети могут не только отдохнуть, оздоровиться, но и пройти свою образовательную либо спортивную подготовку. За консультацией можно обратиться по телефону 9-77-13. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.